Девочки, всем привет! Меня зовут Елена, и вы на моем вязальном канале. Да, вы не ошиблись, это именно вязальный канал, но я буду миксовать некоторые видео, потому что нет необходимости мне в открытии, например, другого канала. Я просто, когда у меня будет много видео, буду комбинировать эти видео все по плейлистам. Мне так будет проще и удобнее. В общем, одним из моих хобби, сразу же прошу прощения за посторонние шумы, потому что дети в доме, и будет их, скорее всего, слышно. Одним из моих хобби в последнее время стало также еще и, в общем, создание вот такой вот красоты бантов. Называется канзаши, это увлечение. Я, честно говоря, подсела на него. Да так подсела, что даже испугалась, что вязание заброшу. Один момент как бы вязала, вернее, вообще перестала вязать, только бантики-бантики. И вот честно, даже был такой у меня как бы стопор, что неужели я вообще заброшу вязание? Нет, такого не может быть. И я, в общем, намеренно прекратила делать банты и начала снова вязать. Вот. Сегодняшнее видео мое будет посвящено чему? Тому, что у меня есть, осталось в наличии, потому что много бантов уходит, в общем, либо я дарю, либо покупают у меня, либо кто-то покупает именно на подарок. В общем, ситуации бывают разные, и у кого нет подарка, например, сразу можно сделать два приятных дела и мне, и себе, не искать подарок, нигде не бегать. Готовы, как бы, любой вариант могу исполнить по фотографии, то есть это без проблем. Так, это я просто вам показываю для примера. Также я хочу вам показать бантики, которые делала моя дочка. Ей сейчас 6 лет. Это разные. Это, в общем, на зажимах. Я ей разрешила самой из остатков лент. Она делала сама. Абсолютно все сама. Горячим клеем, пистолетом я научила ее пользоваться. И вот такое добро. Я, конечно же, это просто как бы, ну, сложила тоже. Ей приятно, и мне. Никому мы это не будем продавать. И как бы себе на память. Вот. И сейчас, буквально секундочку, я все уберу со стола и буду говорить вам цены, по каким я продаю на сегодняшний день. Может, кого-то это заинтересует, и, пожалуйста, ссылочка под видео будет в мою активную страничку в Одноклассниках. Я как бы там больше времени провожу, мне удобнее оттуда работать, да? Также у меня есть Инстаграм, ВКонтакте, но Фейсбук вообще как бы я туда не захожу практически. Инстаграм я еще не очень-то изучила, как бы мне там тоже неудобно. ВКонтакте я периодически показываюсь, но, в общем, вся основная база у меня, моих работ, это как раз таки Одноклассники. Вот, и сейчас, секунду. Итак, все, что у меня есть в наличии, буду показывать, и кому это актуально. Также хочу отметить, девочки, те, кто делает заказы у меня, да, до 100 грамм посылка в любом направлении стоит 179 рублей плюс пакет. То есть, кто заинтересуется, до 100 грамм это может быть много бантов выйти. Но смотри, какие банты тоже, да? То есть, это к общему сведению, что сейчас такие как бы условия почты. И вдруг кто-то заинтересуется, пожалуйста, не так дорого доставка выходит. Итак, начнем с чего? Вот такие вот у меня бантики, на первые хвостики есть. Цена у меня подписана, но ее не видно, я буду вам озвучивать, 85 рублей. Очень много я таких также продала и подарила, но количество я вообще не записываю. Вот такой вариант есть, такие же. Это все я буду показывать одинаковые модельки, но только разные в цветовой гамме. Вот такая вот моделька. Это тоже 85 рублей. Так, вот такой вариант интересный, сочный такой, знаете. Их можно по-любому одевать. Все это на резинке. В общем, резинка удобно подходит даже для первых маленьких хвостиков. Также тоже 85 рублей. Такой вариант. Так, вот такие бантики также сочные. Эти вот на зажимах я буду показывать. Это вот челочку заколоть где-то сбоку волосы. Очень удобно и практично. Лежат они у меня неровно, потому что ну, в пакете хранить в коробочке храню и стараюсь так вот складывать стопочкой, чтобы они не мялись. Поэтому где-то, может быть, они съехали просто. Вот такой вот вариант бантиков. Также 85 рублей на резиночках. Их вот так вот, наверное, даже удобнее. Сердечки сверху красиво смотрятся.
Вот такой вот вариант. Пакетиками пошуршу, я думаю, что в этом нет ничего плохого. Сама к этому абсолютно хорошо отношусь, к шуршанию пакетиков за кадром. То есть меня это нисколько не раздражает. Вот такие вот золотистой серединкой, такие красивые, вообще классные. Цвета передаются точно, как они есть в жизни. Так, вот с такой моделькой у меня все сейчас в наличии, больше нет. Дальше, одну секундочку буквально. Итак, дальше, что у меня еще есть в наличии? И цена. Вот такая вот моделька. Сейчас я посмотрю. 105 рублей пара. Вот такая вот. Где-то, может быть, отсвечивает. В Одноклассниках у меня есть четкие фотографии на все данные бантики. Если кому-то нужно разглядеть поближе, пожалуйста, проходите, там все есть. Вот такой вариант. 105 рублей пара. Здесь, где парами лежат, это все за пару цена. Так, вот такой вот вариант. Также 105 рублей пара. На зажимах. Очень интересные зажимы. Здесь уже может выдержать волосы более густые. Вот такой вот вариант. Интересный тоже, сочный. Также 105 рублей пара. Тоже на зажимах. Так, секундочку. Так, бегающий пылесос попросил у меня хорошо его подзарядить, поэтому заговорила за кадром. Вот такие вот у меня есть три пары интересных бантиков. Они подойдут уже на более даже густые волосы, например, да, у кого... после годика, например. Также можно и хвостики как бы забирать просто по бокам. Волосы будет держать, я думаю, что хорошо. Есть у меня вот такая вот пара бантиков в наличии сейчас. Так, сейчас посмотрю цену. 230 рублей пара. Также хочу отметить, для тех, кому дорого пара, я все банты продаю поштучно. То есть 230, значит, будет, соответственно, в половину. Это за один бантик. Вот. Пожалуйста, такой вариант. Здесь, где у меня не парами, я буду сразу показывать. Вот такие вот интересные. С ними, конечно, я намучилась. Они так долго делаются, эти бантики, но красивые в результате получаются. Вот такие на зажимах. Так, 100 рублей пара. Вот такие вот оригинальные, красивые, интересные. Дальше, что у меня еще в наличии есть? Вот такие я, конечно, не показала. Надо, наверное, было мне... Они... Так, секунду. Не приготовила сразу. Вот такие вот у меня бантики есть, да, вот, вот такие красивые, интересные. На резиночке пара. Так, цену. 160 рублей пара. В деле смотрится очень шикарно, красиво. Мне нравится. Так, я и оставлю их пока открытыми. Дальше. Вот такие бантики. Я от них просто балдею, потому что мне так нравится такая моделька. Так, цена вот у меня написана здесь, 210 рублей. Также за пару. На резинках. Очень как бы мне нравится само исполнение и вообще качественные такие, знаете. Так, секунду. Итак, в общем, отвлекли меня дети. И вот такой вариант бантиков, он подойдет как на детские волосы, так и на взрослого ребенка. То есть девочек, которые уже в более взрослых классах учатся, да, 210 рублей пара. Если не нужна пара, пожалуйста, поштучно. В любом цвете могу исполнить, в любой вашей задумке. Такой же вариант, так как здесь вот лежит один цветочек, значит, я пару уже либо продала, либо подарила. Я себе это не записываю никуда. Значит, будет идти, если 210 рублей, то 105 рублей пар, штучка получается, 105 рублей штука. Дальше вот такие вот бантики, также интересные формы, интересные формы, красивые. В общем, мне так они понравились, я сделала их много вариантов в разных, в общем, цветах, да. На резинке вот такой вот вариант, и цена 130 рублей пара. Тут вот у меня мелко написано, конечно, не видно. 130 рублей пара. Я их наделала в свое время очень много, подарила также много. И вот такие малышки у меня еще остались, видимо, выпали. 85 рублей, это вот для первых хвостиков подойдут, вот такие вот красивенькие малышки. Дальше, что у меня еще есть в наличии сейчас на данный момент? Вот такие вот бантики интересные. Мне дочка постоянно такие просит, потому что ей нравится вот то, что блестит, то, что вот так интересно оформлено с кабошонами вот с этими, да? Здесь у меня идет 230 рублей пара. Также можно поштучно, пожалуйста, принимаю заказы на поштучные.
Так, вот такой вариант бантиков, также в такой цветовой гамме исполнено, да? 130 рублей. В общем, тут можно хоть как их крутить, они у тебя просто неровно лежат. Мне помогали просто старший сын и дочка складывать их по пакетикам, поэтому, может, где-то вот так вот не очень правильно разложены. 130 рублей пара, повторюсь. Вот эти же самые бантики, только вот в таком красивом зеленом цвете. Можно хоть так их крутить, мне кажется, не принципиально. Кому как хочется. Также, так, цена 130 рублей также написано. Это одинаковые пошли у меня банты. Вот такой вот вариант также у меня есть. Тоже 130 рублей пара. Тоже на резиночке. Пожалуйста. Вот такие вот интересные бантики. Такая же моделька, только другая цветовая как бы гамма, да? Вот такие вот. Также 130 рублей пара. Что у меня еще есть? Вот такой вот интересный сочно-синий цвет. Вообще мне нравится синий цвет в любом его исполнении. Вот такие на резиночках. Также 130 рублей пара. Так, вот такой вот интересный смайлик. Что-то у меня подзависло маленько. Я тут ничего не делала, но у меня подзависло. Вот такой вот смайлик интересный. 60 рублей за штуку. Очень красивый. Мне так нравится. Похожие бантики, как смайлик, только маленько другое исполнение. В общем, вот такие вот. 125 рублей пара. На резиночках. Мне нравятся такие нежные. Подойдут хоть для первых бантиков, хоть в школу уже более взрослым девочкам. Мне кажется, что тут не принципиально. Главное, чтобы понравилась сама моделька. Так, вот такие вот сочные бантики. Очень мне не нравятся. Они совсем такие взрослые. У меня Катюша такие тоже любит. Я ей столько бантиков уже наделала. Она сейчас, знаете, до того дошло, что она утром встает и не причесывается. Я говорю: Катюша, у тебя столько бантиков. Ты можешь несколько раз в день менять прическу и бантики. Она такая: мама, я не хочу. Вот, видимо, то ли уже ей надоело, то ли что. Чем больше бантов, я как-нибудь покажу, сколько у нее бантиков и где они хранятся. Вот такой вариант. В общем, на резиночке. Вот такой вот кексики вкусные. Я думаю, что будут аппетитно смотреться. Так, что у меня тут еще есть? Вот такие вот интересные. Это больше к школе заказывают такие в черно-белой цветовой гамме, да? На резиночках вот такие бантики. Здесь у нас 80 рублей. Да, вот эти, я не помню, говорила или нет, 130 рублей пара. Такие шикарные и не очень дорогие. Вот эти вот у меня 80 рублей пара. Тоже не дорого, а смотрится эффектно. Дальше. Есть у меня вот такие вот банты. Интересные тоже. Ну, это у меня авторская даже работа. Я делала из того, что у меня как бы оставалось. Где-то, может быть, куда-то ленточка шла. Ну, как бы обрезки использовала. Но это авторская. Придумывала. На таких вот она резиночках идет. Подойдет также на взрослых девочек, я думаю. Дальше. Вот такой вот интересный вариант. Мне Катерине очень нравятся такие всякие, вот с такими девочками-кабошонами, всякие там куклы Лолы, еще что-то. Она мне прям просит, мама всегда сделает так, так, так. 220 рублей пара. Также напомню, что продается и поштучно. Вот такие малышки, вот как раз таки Лол, как я вам и говорила, что Катерина любит. На резиночках эти Лол. Вот такая вот цветовая гамма. Вот такое сочетание бантиков. Мне кажется, что вообще классно смотрится. Можно даже под любое настроение выбрать. Вот такой бант вообще шикарный, аппетитный такой, знаете, сочный-сочный. Он в жизни такой же сочный, как и на экране. На резиночке идет. Цена 65 рублей за штуку. Здесь у меня очень интересно, как бы там... Ну, знаю, очень аппетитно такой, смотрится красиво. Дальше. В наличии у меня также есть вот такой интересный бант. На зажиме. Так, удобнее так показать. На зажиме идет. Тоже держится. Эти зажимы хорошо на голове. Катерина как бы носит и ей нравится. Здесь у нас 110 рублей за штуку. Потому что бантики объемные, несколько слоев. И фоамиран идет. В общем, всякие...
стразики и все такое. В общем, на листочках там есть стразики еще, бабочки. Их просто, может, не видно, но они там есть, красивые. Мне нравятся. Так, и еще немножечко вас проинформирую по наличию своему. 120 рублей пара. Вот такие интересные трехслойные куклы Лол. На резиночках. Сочно смотрятся. Очень красивые. Их хорошо брали и заказывали. Вот такую модельку. Я также их делала очень-очень много. Вот такие трехслойные. Это у нас будут единорожки. Вот так, наверное, будет правильно. Ну, в общем, тут хоть как. На резиночках. Вот такие единорожки. Цену говорила или нет, не помню. 120 рублей пара. И напоследок вот такие вот бантики интересные остались из фоамирана. Очень красивые, блестящие, на зажимах. Можно как челочку, например, поддержать, так и по бокам волосы забрать. Я, например, даже делаю гульку, когда вот дочки, и просто закалываю эту гульку с, ну, от одной вот этой вот заколочкой. Очень хорошо держится и красиво. И даже себе использую подобные, только с другим рисуночком, более взрослым. Так, и вот такая последняя пара у меня. Интересные бантики, очень сочные, живые. Они прям так и передаются, какие есть в жизни. На зажимах также идут. И цена 110 рублей пара. Итак, напомню, что все бантики можно заказывать поштучно, пожалуйста. Также я связала. Также я делаю бантики по вашим фото. В общем, в любом цвете, как вам хочется. Делаю, в общем, по желанию клиента полностью. И как я делаю? Вы выбираете модельку, я делаю, показываю, присылаю фото, все ли вам нравится. Фото идет обычно у меня и видео, если, например, запрашивает клиент, да, заказчик. И вы одобряете, либо не одобряете нам что-то. Ну, такого у меня еще, правда, никогда не было, чтобы что-то не понравилось. В общем, как правило, заколочки нравятся. И после этого я вам высылаю, после полной 100% предоплаты на карту Сбербанка. Вот, пожалуйста. Помощница пришла, очень тихо себя ведет, но хочет показаться в кадре, да, Катерина? Какие тебе больше всех тут нравятся бантики? Мне нравятся эти, потому что я люблю тайные заколки. Вот. Так, еще что нравится? Вот еще один помощничек. Лежит. Еще один помощничек, да, надо успеть до его прихода. Вот такие, да, вот. Все, что я говорила. Так, все, девочки. Итак, немножко паузы было, потому что я прибирала бантики, и помощник тут у меня пока убежал. Что хочу сказать? В Одноклассниках у меня очень часто проходят розыгрыши, лотерейки также есть, и можно выиграть, например, буквально там за 10 рублей. Лотерейки от 10 рублей. Так, что еще хотела сказать? Какая-то информация интересует, пишите либо под видео, либо в Одноклассники, в личные сообщения. Я, как только вижу ваши сообщения, стараюсь сразу отвечать. Так, что еще хотела сказать по поводу бантиков? В общем, пополняться будут постоянно мои запасы, потому что у меня очень много еще идей и много очень лент я накупила к этому сезону. И, в общем, пишите, пожалуйста, вдохновляйтесь, делайте, как я, лучше меня делайте. И пожалуйста, Катюша, говори, что ты хочешь сказать. У нас мама что-то разленилась делать бантики. Мама разленилась делать бантики, да. Мама поступил заказ. Мама испугалась, что перейдет на бантики полностью, от вязания откажется. Вот почему. Я теперь чередую. Вот, все. Теперь все. Всем спасибо. Точно уже. До встречи. Кому что интересно, пишите. Все. Всем пока-пока.